Возобновил работу трамвайный маршрут номер 18, который курсирует между Куликово полем и 16-й станцией Большого Фонтана. Напомню, что трамвай 18-го маршрута прекратил свою работу в начале августа 2020 года. Тогда стартовали работы по расширению разворотного кольца на 16-й станции Большого Фонтана. Сейчас работы на этом участке еще продолжаются. Впрочем, трамвай решили запустить досрочно. Но по техническим причинам на участке от 11 до 16 станции смогут курсировать только 3 вагона. Всего на Фонтанском направлении действует 12 единиц подвижного состава. Из них 6 единиц на 17-м трамвайном маршруте и 7 единиц на трамвайном маршруте номер 18. Общий интервал на маршруте составляет на участке от Куликова поля до 11 станции Фонтанской дороги 5-6 минут. На участке движения от 11 станции до 16 станции Фонтанской дороги 10-12 минут. Впрочем, 18 мая одесситы не смогли в полной мере оценить возобновление популярного маршрута из-за аварии на подстанции в районе Чумки. Как сообщили в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс», стояли трамваи номер 3, 5, 10, 13, 18, 27, 28 и троллейбусы номер 2, 3, 5 из 7 по 11 маршрут. Уже к обеду все отремонтировали, электротранспорт возобновил работу.